И снова здравствуйте, Blender 2.81. Вы спрашиваете у меня, я тоже стараюсь у кого-то спросить. Информация от автора канала про ISO. Я спросил у него, и вот сейчас вам это все дело тоже хочу рассказать. Спасибо за информацию автору. Зайдите, посмотрите, подпишитесь. Очень много интересного. И опять тема в чем? Тема сталкер, правильно? То, что я в прошлом ролике показывал в ZBrush, и, оказывается, можно сделать и в Blender. Спасибо подписчику, который написал, задал вопрос по этой теме. Build Points я не нашел, но вот информация следующая. Погнали. Вот такой сталкер. Делаем Ctrl-D. По развертке вот так он распадается. И вот в прошлом ролике я показывал, как это сделать с помощью программы NetFab и ZBrush. Давайте рассмотрим, как это все делается в Blender. Удаляем куб. Сейчас я подгружу именно модель, по которой идет разбор. Импорт. Импортируем сталкера. Опять сейчас увидим, что у него большой размер. Вот сейчас он подгружается. Вот такой у него ваш размер. Единица на нампаде. Жмем S английскую, уменьшаем его. Семерку на нампаде. И видим, что он опять смещен. Это MOV. Делаем вот так. Чуть-чуть выравниваем его по центру. Тройка на нампаде. Единица на нампаде. Заходим теперь. Нажимаем на модель, заходим в Edit Mode, нажимаем Alt-M и жмем By Distance. Вот это вот. И вот происходит, я так понял, что сварка именно вот этих вот разрывов. Точнее объяснить вам не смогу, но вот такой вот способ именно стараюсь вам показать, если он вам нужен. Так, опять Object Mode. Заходим теперь в модификаторы, жмем Add модификаторы. Ну и Subdivision давайте ему докинем. Посмотрим, как он будет выглядеть. Вот такие Subdivision. Вот такой пока внешний вид. Вроде нигде его не разорвало. Смотрим, теперь добавляем еще немного полигонов. Смотрим, ждем. Вот такой внешний вид становится. И вот покажу вам сейчас именно как выглядит вот глаза. Вот таким вот образом. Вот такой у него внешний вид. Нигде вроде не разорвало. Подсумки целые. Даже ремни шикарно выглядят. Вот так вот. Глаза. Все на месте. Ну вот такой способ. Всем пока, до свидания.